Серьезная авария произошла в районе развязки на улице Русской. Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения. По свидетельству очевидцев, автомобиль Audi S8 двигался со стороны Зари по направлению ко второй речке. По предварительной информации, скорость у машины была не более 60 км в час. В районе съезда к улице Русской автомобиль неожиданно потерял управление. Как утверждают проезжающие мимо автовладельцы, у машины лопнуло колесо. Не сбавляя скорости, она ушла влево и врезалась в бетонное основание моста и столб уличного освещения. К месту происшествия тут же вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Приехавшие к месту ДТП медики оказали первую помощь пострадавшему водителю Audi S8 и госпитализировали его в тысячекоечную больницу. Попавший в аварию седан, по всей видимости, еще не скоро сможет поехать самостоятельно.